Инна – победительница второго проекта «Мегамозг». Одаренным ребенком себя не считает. На проект попала не потому, что была самой умной в классе, а потому что не побоялась поднять руку и поучаствовать. Если честно, я думала, так поучаствую, там не пройду дальше. Ну и ладно, зато поучаствовала, все нормально. Инна специально для конкурса не готовилась, использовала лишь те знания, которые получила за 10 лет учебы. То ли звезды так сложились, то ли учителя в Пуцеловской школе хорошие, то ли увлечение кроссвордами. Но неожиданно для себя Инна прошла в полуфинал, а затем и в финал программы. Мегамозг Уссурийского городского округа определен. И вот тут началось самое интересное. За победу в конкурсе Инна была удостоена гранта на обучение в Приморской сельскохозяйственной академии. Сейчас я учусь по ГСХ на технолога переработки и производства сельскохозяйственной продукции бесплатно, поскольку выиграла льготу на обучение. Точку ставит рано, Телемикс подарил Инне шанс учиться, а чтобы пройти этот путь до конца, придется приложить немало сил и терпения. Отвечая на вопрос Телемикса, что главное для достижения успеха в жизни, Инна твердо уверена – это высшее образование, хотя добавила. Но связи – это тоже очень важно, как бы в настоящее время.